Меня зовут Татьяна, и я рада всем, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Ну а я, в свою очередь, хочу представить вам еще одно готовое изделие. Это летний жакет-накидка, связанный ажурным узором крючком. Я предлагаю два варианта, да, как его можно надевать. Либо сделать отложной воротничок, где будет служить просто накидочкой. Либо застегнуть на пуговку. И здесь в этом варианте это такой вот жакетик разлетаечка. Я считаю, что в летнем гардеробе такой предмет одежды имеет место быть. Ну а я предлагаю подробнее рассмотреть данную модель на столе. Приглашаю всех на свой мастер-класс. Пойдемте. Итак, сам жакетик. Жакет связан на 44 размер, российский размер. Вязала из пряжи Ернард Роуз Гаден. Это вот такая пряжа, новинка от Ернард. Но это другой совершенно цвет. Я вам сейчас скажу, какой. Я вязала от серединки, как тут был старт, вот потому что это было от белого цвета и переход к другому. Это я купила еще в другую уже закупку. Здесь 250-граммовые моточки. В 250 граммах здесь 1000 метров. Это 100% хлопок. Ниточка очень тонкая. Девочки, которые вяжут данную пряжу на спицах, просто низкий поклон, я бы так сказала, потому что я попробовала на спицах. Я могла бы вязать на спицах, меня как бы тонкие спицы не смущают, но очень, очень тонкое изделие. Вот даже в хлоп, в крючке это оно такое, знаете, тонковатое. Но по крайней мере для себя я, скорее всего, и Следующий моток тоже буду вязать крючком. Значит, вот этот цвет. Этот цвет 318. У меня ушло, ну, примерно 220 граммов. Вот что у меня осталось. Вот такой вот моточек. Это вот нижний цвет. Ну, тут вот синенький. Я еще не смотала. Почему не вывязала всю пряжу до конца? Я примеряла данное изделие. И если бы длина была ниже, то оно бы уже не смотрелось. Но это опять же, все это сугубо индивидуально. На мой взгляд, не было достаточно именно той длины, которую я вывезла. Поэтому, когда я уже дошла вот здесь, до этого цвета и примерила, я поняла, что нет, ну, надо здесь ускориться и закрыть. Поэтому я до конца не вывезла. Но я найду применение, куда в качестве украшения там добавить. Вязала я крючком. Кловер два с половиной. Все изделие. Сегодня я вам представляю подробный мастер-класс. Я вначале вам только хочу сказать еще свои параметры. То есть длина изделия. А так я все подробно в мастер-классе говорю. Сколько я набирала. Как вяжется данный узор. Как я вывязывала азиатский росток. Как я набирала, высчитывала по узору на подрезы, как я вообще сам узор высчитывал, я все это подробно говорю. В инфобоксе будет ссылка на данный узор. То есть схему найдете по ссылочке. Я просто посмотрела, мне понравился чисто узор. Вот, поэтому будет таким образом. Значит, изделие. 50 8 сантиметров, это если по спинке считать. Да? То есть, учитывая, что у нас росток. Если по регланным линиям, по переду, они подлиньше, по той простой причине, что у нас вяжутся регланные линии сразу сверху изделия. Поэтому вот я верха прикладываю, это 24 сантиметра. По спинке это 22 сантиметра. Рукав у жакета футболочного типа но он широкий но мне так и хотелось Я не хотела длинный мне нужно было именно такое изделие все изделие обвязано рачьим шагом Ну чтобы какую-то фиксацию что ли имела законченный вид Я очень долго думала какой взять цвет потому что да вот здесь идет от причем это вот не чисто белый цвет он такой ближе знаете как молочный что ли но это не чисто белый, не выбелка. То есть идет вот от этого цвета, разбавляется в темный. Я сначала хотела оставить голубой, но когда я представляла, думаю, нет, это будет не то. Поэтому я решила, сначала я по низу изделия стала пробовать рачий шаг обвязывать. На темности неплохо видно. И потом я уже обвязала все изделие. Поэтому, пожалуйста, кому интересно, Смотрите с удовольствием. Итак, начинаем вязать изделие крючком, регланом сверху. Сначала расскажу о расчетах на данное изделие. Я вязала себе кофточку бело-голубая. У меня она в основном белая, снизу голубые полоски. 180 метров на 50 граммов. И у меня были расчеты. Пряжа была толще, чем это. Я набрала сюда меньше, но отвязав какое-то количество, мне очень не понравилась горловина. Она расхлябанная. Можно было бы потом что-то придумать, как бы связать ее, так скажем, сузить. Но мне что-то не понравилось, и я сделала перерасчеты и перенабрала. Значит, реглан это практически, да, как бы как квадратная кокетка. Есть регланные линии, рукава, два рукава, спинка и две полочки. Я набрала просто воздушную, значит, цепочку из воздушных петель, 114 петель. На линии реглана мне нужно будет по 3 петельки. Это минус 12 петель. Получается 102 петли. Ну, по идее, нужно 102, 102 петли разделить на 3. И получится у нас 34 петли. То есть и еще 34, так как у нас рукава 2, 34 разделить на 2 получится 17. Это на рукава. Я на рукава сделала поменьше по 14 петель. В этом случае у меня 6 петель осталось. 34 петли у меня на спинке и по полочкам у меня как раз по три петли добавляю 20 петель и здесь тоже 20 петель по, -по, -по, -по понятным причинам что период должен быть побольше если у кого-то понятно что это количество оно не будет у всех одинаково все будет зависеть от вашего размера значит и Опять же, если объем груди больше, значит нужно наперед давать побольше, потому что у нас здесь не будет ростка, как мы в спицах вывязываем, да, росток. Здесь азиатский росток. Но кто хочет вывязывать росток крючком, как в спицах, да, то есть где-то куда-то ходить, я так не вывязываю. Я вяжу азиатский росток. Поэтому у меня как бы количество петель я изначально закладываю то, которое мне нужно. Соответственно, здесь будет побольше. Спинка, само собой, будет расширяться. И рукава тоже. Значит, сейчас, я думаю, что здесь понятно. Сейчас покажу. как вяжется узор и как я рассчитала. Узор у меня стрекоза. Известный узор, у меня он тоже давно лежит в копилочке. То есть, когда я уже отвязывала, очень мне нравится. Как-то необычно. Ну, я вообще люблю что-то такое красивое и необычное. Значит, я провязала. Вот я набрала цепочку. И связала два ряда. Просто столбики с одним накидом. И дальше у меня регланные линии. То есть, я разделила. Сейчас я покажу, как делаются прибавки на регланных линиях перед, перед и после регланными линиями, и как я рассчитаю первый раппорт узора. Раппорт узора будет у нас в шахматном порядке. Так, значит у нас три воздушные петли подъема. И здесь я провязываю 8 столбиков с одним накидом. 3 петли считаем за первый столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 2 воздушные петли 1 столбик пропускаю в следующие столбик с одним накидом довязываю до конца до регланной линии мне нужно будет сделать прибавку и провязать регланную линию я заодно покажу как она вяжется она тоже несложная напоминает колоски так как изделие ажурное регланной регланные линии тоже мне хочется ажурными. Итак, вот мы дошли до регланных линий. Вот в эту арочку я провязываю один столбик с накидом. Две воздушные петли. Далее в арочку я провязываю первый столбик недовязанный, второй столбик недовязанный, третий столбик недовязанный все петельки вместе. Две воздушные петли сюда, в эту жарочку, делаю то же самое. Первый недовязанный столбик, второй недовязанный столбик, третий недовязанный столбик, все петли вместе, две воздушные петли. Опять же, вот в эту арочку я провязываю один столбик с накидом, да, то есть я делаю прибавку. Далее у меня идет рукав, и здесь не считая этого столбика я провязываю 8 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 7 8 2 воздушные петли и далее один столбик пропускаю далее я провязываю до конца все столбики и делаю также прибавку перед регланной линией. Почему важно рассчитать узор, первый раппорт узора, чтобы вот эти вот стрекозки были не как попало, первый ряд, потому что это будет очень заметно, чтобы они красивы были, да, то есть если рукав, то первая стрекоза, чтобы посередине было Здесь, да, у меня будет первая стрекоза, вторая никак не получается, потому что между ними должен быть, должно быть 15 столбиков, то есть, а дальше, когда в шахматном порядке будут, да, то есть они будут вот таким вот образом располагаться. Итак, далее провязываем регланную линию. И у нас петли спинки здесь по спинке мы сделали прибавку и провязываем. 10 столбиков с одним накидом 2 воздушные петли 1 столбик пропускаем 15 столбиков с одним накидом 11 12 13 14 15 2 воздушные петли и далее провязываем все столбики до регланных линий 2 4 6 8 10 11 здесь на один столбик будет побольше если с прибавкой считать в На рукаве мы делаем также прибавку. 8 столбиков прибавка. Если с прибавленным столбиком после реглана, то 9. А на полочке с прибавленным столбиком 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Чтобы у нас было симметрично с прибавленным столбиком 13 столбиков 2 воздушные петли и с края у нас должно быть 8 так довязываем до конца следующий ряд вяжем таким образом 3 петли подъема и еще 3 столбика с одним накидом то есть с края на полочках у нас 4 столбика с одним накидом 4 столбика оставляем до этой клеточки вяжем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 и после клеточки пропускаем 4 столбика с одним накидом в 5 от клеточки вяжем столбики с одним накидом ниточка плохо скрученная практически крутки не имеет хлопок очень мягкий поэтому при вязании пряжа цепляется да вот таким вот образом она расслаивается такой момент есть делаем прибавку перед регланной линией 2 воздушные петли регланная линия Три столбика с одной вершинкой пышный столбик это называется, две воздушные петли делаю прибавочку. Еще разочек покажу: значит, четыре столбика до клеточки мы не провязываем. 4 столбика 8 воздушных петель 3 4 5 6 7 8 после клеточки пропускаем 4 столбика и в 5 от клеточки провязываем столбик с одним накидом так слабовато сейчас потуже вот второй ряд будет такой у нас так и вяжем до конца Вяжем следующий ряд. Три петли подъема провязываем в каждый столбик с накидом. Столбик с накидом. И перед вот этой вот цепочкой, вот в этот столбик, мы провязываем два столбика с одним накидом. 4 воздушные петли и теперь провязываем под первую вторую арочку в серединке столбик без накида 3 воздуш 4 воздушные петли первый столбик после цепочки провязываем два столбика с одним накидом. далее без изменений то есть у нас столбик с одним накидом в каждый предыдущий столбик с одним накидом не забываем делать прибавки на регланные перед и после регланных линий вот так правильнее сказать прибавка раз Регланная линия и прибавка после регланной линии. Еще разочек покажу. до цепочки с воздушными петлями провязываем столбик с одним накидом первый столбик перед воздушной перед цепочкой с воздушными петлями провязываем два столбика с одним накидом четыре воздушные петли и дальше под первую и вторую арочку столбик без накида 4 воздушные петли. Первый столбик после цепочки провязываем. 2 столбика. И так далее до конца. Следующие три ряда будут вязаться одинаково до наших цепочек с воздушными петлями мы провязываем в каждый столбик с одним накидом столбик с одним накидом вот первая арочка под нее мы вяжем 3 столбика с одним накидом 1 2 3 воздушная петля и под следующую арочку 3 вас 3 столбика с одним накидом 1 2 3 и далее вяжем столбик с одним накидом и следующие еще два ряда мы будем провязывать также то есть столбики столбик с накидом столбик с накидом над этой вот клеточкой мы делаем воздушную петлю здесь пропускаем одну петельку и продолжаем дальше Итак, три ряда мы сейчас вяжем одинаково. Итак, мы провязали три ряда одинаково. Теперь далее мы будем довязывать раппорт этого узора и формировать новый. Три петли подъема. Далее мы вяжем столбиками с одним накидом до нашей клеточки. 1 воздушная петля и теперь от этой клеточки 7 столбиков с одним накидом провязываем 3 4 5 6 7 формируем новый раппорт 2 воздушные петли 1 столбик пропускаем и далее довязываем до регланных линий. На рукаве нам придется отсчитать от клеточки влево, чтобы сформировать новый раппорт. Потому что там у нас был один только раппорт. Не забываем про прибавки. Так, сделала прибавку. Вот теперь от этой клеточки отсчитываем влево 7 столбиков. 2, 4, 6, 7. То есть вот здесь у меня будет формироваться новый раппорт. 2, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом провязываем. 2 воздушные петли, столбик пропускаем. И у нас здесь 7 столбиков с одним накидом. Здесь у нас продолжение узора. Одна воздушная петля. 7 столбиков с одним накидом. Две воздушные петли. Один столбик пропускаем и далее продолжаем. То есть в этом ряду мы формируем новые рапорты. То есть, когда переходим на спинку, здесь то же самое. От клеточки отсчитываем 7 столбиков. То есть, каждый раз влево и вправо у нас 7 столбиков. А далее продолжаем вязать так же, как и вязали. 8 воздушных петель. Пропускаем 4 столбика до и после. Дальше 4 столбика. Соединяем все вот эти вот арочки столбиком без накида 4 воздушные петли и вяжем так на высоту регланных линий каждый раз на себя примеряя не забывая о том что у нас еще с вами будет азиатский росток я планирую что мой азиатский росток будет на высоту рапорта то есть я довяжу вот когда у меня будет вот вот так 3. То есть вот этого у меня останется. 3 здесь отвяжу и дальше буду вязать на высоту раппорта. Да? Где-то вот так. я хочу оставить, то есть я посмотрю, как у меня будет по длине, потому что рукава будут точно короткие, там не хватит на длинные рукава. И мне еще нужно будет обвязать все изделие. Я хочу оставить голубой цвет. Вот, ну, буду смотреть, как это все будет смотреться. То есть будем по ходу вывязывания смотреть изделия. Все. Вяжем таким образом меняю узор. То есть он формируется, когда у нас четвертая клеточка. Да, от, хвостик, от хвостика стрекозы. Вот это четвертая клеточка. Потом мы переходим, когда эту свяжем в шахматном порядке, переходим, как вязали изначально. Там у нас будет эта стрекозочка. Итак, у меня отвязана вот такая часть изделия. Я сейчас сантиметр расскажу, сколько это. Здесь регланную линию нельзя считать полностью за регланную линию. Почему? Потому что у нас идет сразу же реглан от начала изделия. А мы должны учитывать, что у нас он еще лежит на шее. То есть он чуть-чуть повыше, так скажем. То есть если в обычной жизни я бы по передней части отвязала бы сантиметров 18 начала бы вязать азиатский росток. Я примеряла на себя, смотрела, как смотрится на мне. И отвязав от верха, я меряю по регланной линии. То есть это двадцать один с половиной сантиметр. Сейчас я буду делать азиатский росток. То есть у меня изделие углубиться по передней части вот на эту часть. То есть у меня должен быть росток, поэтому я сейчас буду делать углубление. Как я буду делать? Я уже ниточку отрезала. Итак, я связала рапорт Когда я вам рассказывала, я говорила, что вот у нас стрекоза и хвостик стрекозы. И когда у нас четвертая клеточка начинается, да, то есть здесь на четвертой клеточке мы формируем в шахматном порядке новый раппорт узора. Я связала три клеточки после крылышков. И теперь переворачиваем на спинку и начиная от середины регланных линий я буду формировать росток. То есть сейчас регланные линии я буду делить на пополам. Половинку я буду отдавать спинке, половинку рукавам. Также будет на полочках. Половинку будет на полочке, половинка к рукавам. Итак, берем ниточку, которая у нас есть. И к серединке, вот в эту арочку, я прикрепляюсь делаю 3 петли подъема далее я вижу вот у нас здесь один пышный столбик и либо можно сказать что три столбика с одной вершиной вершинку я вижу один столбик с накидом арочку я вижу один столбик с накидом от этой клеточки я отсчитываю назад 7 столбиков 2 4 6 7 то есть вот этот, здесь будет пустая клеточка. Значит, я еще провязываю два столбика с одним накидом. Две воздушные петли. Один столбик пропускаю. Дальше 7 столбиков с одним накидом до клеточки. Клеточка это хвостик, конец хвостика нашей стрекозы. 4 6 7 1 воздушная петля пропускаем дальше вяжем 7 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 7 2 воздушные петли 1 столбик пропускаю Дальше у нас будет 7 столбиков с одним накидом до клеточки. Так. Ниточка расслаивается, потому что плохо скрученная. Всегда проверяем, пересчитываем, потому что бывает так, что мы где-то что-то не досчитываем. Связали клеточку один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, две воздушные петли, один столбик пропускаем и дальше вяжем до хвостика. воздушных 7 столбиков с одним накидом так 3 4 5 6 7 2 воздушные петли 1 столбик пропускаем дальше вяжем до клеточки вот таким вот образом то есть у нас здесь осталось совсем немного я сейчас скажу в сантиметрах какая у меня получается ширина спинки обычно обычно ширина спинки составляет где-то 40 сантиметров да то есть я сейчас не растягиваю, то есть 38 но я примеряла мне нормально Учитывая то, что еще на нашем изделии будут подрезы, а это еще даст нашему изделию немножко ширины. Подрезы буду формировать с учетом того, как у меня будет ложиться узор. То есть вот здесь же у меня будут столбики, то есть я буду уже считать, сколько у меня здесь должно быть. И здесь, в продолжении рукава. То есть где-то под в подрезе еще будет, наверное, вот такой узор стрекозы. То есть получается очень красиво. Мне нравится, как ложатся переходы. Хотя это изделия вымученные. Но мне нравится. Мне нравится и мне интересно, как же будет дальше. Какие будут дальше цвета. Значит, что мы делаем сейчас? То есть понятно, мы формируем все. Мы привязались к спинке и мы сейчас вяжем только высоту спинки. Мы будем вязать ровно вот эту высоту рапорта. То есть мы сейчас провязываем эту клеточку, крылышки провязываем и три ряда одинаковых, да, с клеточкой, с хвостиком. Вот это будет высота спинки. А затем мы уже с вами будем прикрепляться опять в начало изделия. Так, да, это вот здесь. С этой стороны у меня получается изнаночный. Будем прикрепляться. И уже будем формировать здесь подрезы. Итак, вот вывязан росток. Росток составляет у меня 4 сантиметра. И сейчас нам нужно все изделие заключить в круг и сформировать еще подрезы. То есть, если по высоте, сейчас у меня кокетка составляет по спинке, меряю, где-то 22,5 с половиной сантиметра, если ничего не растягивать в свободном положении. Регланные линии здесь длиннее по той простой причине, что изделие вот, 22 сантиметра почти это по переду потому что изделие у нас идет от шеи. Здесь нет никакого, да, у нас, если мы на спицах, когда вяжем, как мы формируем реглан? Мы сначала вяжем, да, там резиночку или как-то отступаем от края рулик, например, платочная вязка или еще что-либо выбираем, а потом уже только формируем реглан. Здесь регланные линии идут с самого начала изделия. Итак, я на спинке вот отрезала кончик и я заканчивала свое изделие с изнанки у меня получается вот сюда сейчас я и буду привязываться сейчас я сформирую когда вот будем формировать то есть нужно сформировать и провязать хотя бы ряда два после того как у нас будут уже здесь и подрезы а потом я планирую сделать отмот, постараться равномерно отмот и связать немножко рукава, чтобы они были вот в том цвете светлом, которым есть. И уже потом все оставшееся будем вывязывать вниз. Итак, присоединяемся. Три столбика подъема. И здесь мы по узору, то есть у нас, как мы помним, и здесь я закончила, у меня должен формироваться и по переду. Мы когда, значит, росток формировали три клеточки. То есть у нас четвертая клеточка, последняя, мы формируем новый раппорт узора. Значит, здесь мы с края провязываем 8 столбиков. 2 воздушные петли и дальше у нас до клеточки 7 столбиков ну то есть как бы здесь все понятно мы с вами доходим вот когда до регланной линии я дойду до этого места дальше я подключусь то есть как мы будем вязать дальше итак так дошла я до регланных линий вот в последний столбик я провязала мы с вами говорили о том что реглан у нас идет половина Полочку и спинку половина в рукав, поэтому сейчас в эту арочку я провязываю один столбик с накидом, в вершину пышного столбика еще один столбик, и в арочку еще один столбик. Далее нам нужно связать по посмотреть. И что у нас здесь? И сосчитать, сколько воздушных петель нам нужно на подрез. То есть, смотрите, у меня здесь клеточка. Значит, от нее у меня должно быть 7: 1, 2, 3, 4. Уже есть, и еще плюс 3: 1, 2, 3 три столбика. И здесь мы должны сформировать новый рапорт. Здесь у меня клеточка. И от одной клеточки до другой 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 минус 3. Значит, 5, 3. То есть 8 воздушных петель. да То есть у меня здесь не хватает. Восьми, семи, два, четыре, шесть, восемь, семь, неправильно я посчитала: семь, и здесь будет у нас не надо ничего было читать. Клеточка, и здесь мне нужно будет еще три, то есть десять петелек, десять петелек. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, десять. И мы соединяем вот три петли подъема. Верхнюю мы провязываем один столбик с накидом. Мы продолжаем вязать дальше. То есть у нас здесь получается четыре столбика и клеточка. Ну и здесь как бы мы вяжем по спинке, как мы видим по узору. Так мы и вяжем. И встречаемся на втором рукаве, когда будем делать подрезы, то есть проверим, там у нас такое же количество воздушных петель, может на одно отличаться, потому что когда мы формировали рапорты, там где-то было на одну петельку побольше дошла я до второго подреза здесь как бы да тот же рисунок как у нас получался с этой стороны да вот здесь у нас было в начале и здесь у нас тоже в конце спинки тоже стрекоза здесь у нас 4 столбика а здесь вот 5 значит здесь у меня будет клеточка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот на восьмом столбике, вот здесь у меня будет клеточка. А дальше от этой клеточки у меня должно быть 15 столбиков до другой клеточки. Она где-то должна быть под подрезом. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Это уже 8. Одну клеточку мы пропускаем. Это 9. И здесь у меня 5, а должно быть 7. Значит, еще 2. То есть получается 11. Я должна набрать воздушных петель. На одну петельку побольше. Здесь ничего страшного в этом нет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И в серединку вот сюда мы вяжем столбик с одним накидом. Так, у меня здесь расслоилась ниточка. Сейчас. варочку я провязала один столбик дальше верхушку пышного столбика второй столбик варочку третий и здесь еще четыре столбика провязываем один два четыре две воздушные петли одну клеточку пропускаем и продолжаем дальше дальше по узору до конца и сейчас я когда буду вязать назад покажу как вот здесь мы будем формировать узор у нас уже будет с цепочки вот здесь вот то есть у нас клеточка никак не получится здесь у нас цепочки из восьми воздушных петель. Итак, вот я дошла до подрезов. И здесь мы формируем вот второй ряд. Цепочку из 8 петель. Как я ее буду провязывать только здесь один раз под мышкой, потому что потом в следующем ряду, так как у меня нет этой клеточки, за что я буду крепиться, я провяжу чуть-чуть по-другому. Значит, здесь между вот этими рапортами должно быть 7 столбиков. 2 я уже провязала. Дальше три здесь будет сложновато. Четыре, пять, шесть, семь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ага, говорю по-другому, а сама делаю так, как надо. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Здесь пропускаем 1, 2, 3, 4 и прикрепляемся в пятую воздушную петельку. Опять провязываем. 1, два, три, четыре. И прикрепляемся вот сюда. Вот в этот столбик. Вот у нас так вот будет здесь подмышка. Но это только здесь. Это видно не будет. Но по крайней мере у нас и не будет Иначе нам пришлось бы за вот сюда цепляться, за цепочку. Но когда мы будем набирать рукав, нам это будет неудобно. Ну а дальше продолжаем вязать по узору. Под следующим подрезом тоже так же симметрично провязываем таким же образом. Значит, я провяжу следующий ряд, еще один. И, скорее всего, я уже буду здесь довязывать рукава. Но я сейчас посмотрю, и подключусь вам и покажу. Вот такой моточек пряжи я отмотала. Ну сколько здесь грамм 10 наверное. Прям взяла из серединки и несколько. Так вот отмотала. Для чего? Когда я сейчас буду обвязывать рукава, чтобы у меня не было сильного контраста, у меня вот пряжа. Я ее буду извязывать всю в ноль. И мне сейчас нужно будет также из середины отмотать на два рукава. Я планирую связать где-то сантиметров 5-6. Хочу я связать. То есть они будут короткие. И потом, когда у меня будут рукава здесь отвязаны, я сначала обвяжу. Но здесь у меня на 3-4 ряда. Я думаю, хватит. А потом я перейду на тот цвет, который у меня здесь уже останется. Здесь голубой, а потом идет такой микс, уже потемнее голубой. Так, как я буду обвязывать рукава, то есть прикрепляться и обвязывать. Я сейчас тоже вам это покажу, когда отмотаю ниточки, чтобы у меня... Вот я отмотала 4 таких моточка. Чтобы у меня было одинаковый отмот, я считала, когда вот я так на 4 пальца наматывала и считала. У меня по 100 намотов в каждой. Вот это последние. У них уже вот здесь больше синенького, голубенького, потемнее добавлено. так я начну с первого отмота. Берем рукавочек. Я буду присоединяться вот здесь, у регланной линии. Здесь у меня была петелька. Я ничего не отрезала ниточку. Я в эту петельку засунула. И... У меня как-то было затянуто. И вот так вот затянула. Так вот раз. Вот так вот. Ну, можно потом булавочкой будет закрепить, если оно мне будет мешаться. Я уже дальше продолжу этой ниточкой. Так. Значит, вот у нас рекламной линии, вот сюда я присоединяюсь, три петли подъема. Так, дальше сюда столбик, варочку, столбик. И у меня здесь тоже последний хвостик. Да, мы формируем новый рапорт 2, 4, 6, 7. Вот здесь 2 воздушные петли. Этот столбик пропускаем, дальше вяжем 7 столбиков. клеточка дальше еще 7 столбиков по верхней части рукава я думаю здесь проблем нет здесь узор видно вот этот узелочек это когда идет добавление какой-то ниточки вот таким вот образом связаны эти ниточки тонкие то есть вот здесь проблем не будет формирование то есть вот здесь нам нужно будет посмотреть постараться подогнать под раппорт узора. Поэтому сейчас вот здесь по верху вы вяжете так дальше самостоятельно, а вот здесь у последней вот этой вот стрекозы я включусь. Итак, вот у меня последняя стрекоза. И здесь значит, нам нужно 7 столбиков. 2 я провязала. 3, 4, 5 шесть, семь. Дальше две делаю воздушные петли. Здесь у нас должен быть столбик. Мы пропускаем. И вот верхушку этого пышного столбика провязываем столбик с одним накидом. От одной клеточки до другой клеточки у нас 15 Должно быть столбиков. Ну, вот здесь у меня клеточка, то есть, может быть, еще здесь два получится, да, узора. Один, два, три. Уже здесь, вот в боковые да, столбики четыре. А здесь между столбиками пять, шесть, семь. Восемь, девять, сам столбик, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. и сюда же 15 2 воздушные петли вот тут да у нас соединение пропускаем в следующее вяжем и у меня здесь должно быть тоже 15 столбиков чтобы все было да по симметрии но у меня здесь 3 столбика уже есть 3 4 и еще 11 да? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.

и теперь я по кругу, ну, вот этот раппорт я еще свяжу и посмотрю. Вот еще одну стрекозу вывяжу по рукаву и посмотрю, достаточно мне или недостаточно. То же самое сделаю со вторым рукавом. А дальше уже всю пряжу до конца буду вывязывать то, что у меня есть. Вот если эти у меня моточки какие-то останутся голубенькие, то я еще хотела обвязать все изделие. Но я буду смотреть. То есть, либо такой, либо потемнее. Голубой цвет есть потемнее. Я посмотрю еще. Пока не знаю. Сложно сказать. Но очень интересно переход цвета наблюдать. Итак, все. Здесь раппорт узора вывязываем. И смотрим примеряем на себя, хватит ли мне высоты рукава или нет. Так, рукава. Рукава, если от верха, это 25 сантиметров. Значит, когда сформировала подрезы, я провязала ровно один раппорт высоту. И за ним еще один ряд вывязала столбиками с одним накидом. Ну и так, так же, как все изделие, обработано рачьим шагом. Все, никаких заужений, никаких манипуляций я не делала. Просто по кругу, как у меня шел узор, так я его и вывязала. Это только что по рукавам. Вот, если ширина интересует, ширина по самому широкому месту, это получается 18 сантиметров. Это в полуохвате, значит 36 сантиметров. Желаю всем вдохновения, ровных петелек. Создавайте, творите, будьте неповторимы. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.